You're listening to DFM Dance Radio. DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Bassland Show by DJ Prophet. Every Wednesday at midnight on DFM. Доброй ночи, друзья! Как обычно, каждую среду с вами Диджей Профит. Я в студии DFM. С нуля до часу ночи представляю Bassland Show. И, в общем-то, сегодня у меня в эфире, наконец-таки, мой хороший друг, коллега Виктор Строганов. Ура! Я не знаю, что сегодня будет в эфире и как, но мне подсказывает нутро, что будет фурор, вот он уже заряжается. Да подожди ты еще! Рано, дай разогреться немножко. В общем-то, у нас офигенное настроение, я уверен, мы его через радиоволны передадим вам. Поэтому, друзья, ВКонтакте прямая трансляция, vk.com/djprofit, подключайтесь, в общем-то, наблюдайте, слушайте. Эй! Друзья, в общем-то, подзываю Виктора Строганова к микрофону. Вить, скажи, что ты приперся? Всем огромный привет. Радиошоу Блейзин в эфире. Да какой? Как мы сегодня в интернете обсуждали, очень хорошо, очень правильно сказал человек.
Витя Старовер. Я сказал, даже если Профит назовется диджей Ваня Пупкин, то для нас он будет диджей Профит всю жизнь. Не диджей, а ДЖ, как ты любишь всегда писать. В общем-то, друзья, наконец-то свершилось. Витя здесь в студии на DFM, ура. И сегодня не просто так мы будем еще трындеть, а еще и помесим, да? В прошлый раз я был, наверное, лет 10 назад, когда Женя пригласил меня в эфир, а сам, по-моему, не смог быть в эфире. Короче, да, я френч-кор мощнейший по 220 BPM рубанул. И в тот момент, да, во время эфира, по-моему, шоу потом. Один из программных директоров позвонил в эфир Жене и спросил: Женя, а что он орет в микрофон? Но в тот момент был я один такой, наверное, на всю страну человек, орущий в микрофон. Но сейчас у вас есть диджей Профит, который орет периодически. Так что все уже привычные. Ну да, на самом деле сегодняшний эфир приурочен к нашему совместному выступлению, которое будет 30-го. Да, что будет сегодня? Сегодня я очень рад, что Кирюх пригласил меня в гости. Сегодня, чуть позже, сейчас через парочку треков в эфир зайдет мощнейший хардкор. В общем, все будет так, почти будет так, как на наших совместных выступлениях бэк-ту-бэков. Битвы периодически мы устраиваем на всевозможных крупных и не очень крупных рейвов. Совместное наше выступление с DJ Profit'ом. Мы устраиваем битву двух стилей: хардкора и драм-н-бейса. Естественно, я играю мясо, хардкор. Кирюха играет возню сломанным ритмом. Пока он меня не слышит, можно говорить все, что угодно. Он сводит очередной свой трек. Единственное сегодняшнее отличие — это то, что вы не будете, не сможете наблюдать, как мы ведем себя на сцене. Это настоящее безумие, настоящее шоу. То, что мы устраиваем на сцене во время наших совместных выступлений. Конечно же, это великолепная работа с танцполом. Что творится на танцполе, что происходит, это невозможно описать словами. Какие эмоции люди там испытывают, что они получают. Это нужно только быть на этом мероприятии, на этих мероприятиях и ощущать эти эмоции, эту энергетику, которая там.
on DFM. Ну все, друзья, в общем-то, Виктор Строганов встает за станок, разминается, и дай бог, чтобы студия дожила до часу ночи. Ну что, надеюсь, это не, мой не последний эфир. Сегодня будем самые легкие треки играть из хардкор-музыки. Ну и у тебя, я смотрю, легенькое что-то играется. Пока! Все будет 30 числа на открытии нового местечка, которое называется Station, где будет двухчасовое наше совместное выступление с Кириллом. Как говорил, битва драм-н-бейса и хардкора. Broadcasting live over the capital. Nobody can lock off the noise. Bad man afraid, rise the device like gas price. Leave a boy burning alive. Busting the place live. Who think they will survive? Remember this and I want me to make you set your prayers at morning. Before you step out of your door, you could get dirty from your siren. No, only very easy, empty all in late. The land on you know the ball, but in a suit looking so charming. Ready,
друзья, в общем-то, приглашаем еще раз. Витя сделал свое приглашение, теперь моя очередь. В общем-то, 30 ноября в клубе Station Hall, на который приурочено открытию этого заведения, электронное мероприятие под названием Junction Rave. Наша двухчасовая совместная битва Строгного и Профита. Хардкор против драм-н-бейса. Также играют Фонарев, Джерика Роуз, Вазерман, The Skulls, Леха, конечно, Step One. В общем-то, отличный, офигенный состав. Поэтому, друзья, 30 ноября обязательно быть в Station Hall. Подробная информация ВКонтакте в официальной встрече Junction Rave. It's time! Get up, wake up, heal your broken mind! Get up, wake up, heal your broken mind! Get up, wake up, heal your broken mind! Get ready for the rampage! It's time! Ребят, вот, собственно, вот такие вот горячие треки подбираем здесь, сейчас, прямо в студии на DFM Baseline Show каждую среду с нуля до часу ночи. Эй, DFM! С вами DJ Profit и мой сегодняшний гость, друг, коллега Виктор Строганов, который представляет сторону хардкора. И, собственно, 30 ноября будет битва хардкора против драм-н-бейса за позитив, конечно же. Много всяких интерактивов от нас будет. Как обычно я это делаю, скрим батл, делим танцпол на две половины, хардкорщиков и драм-н-бейсеров. И кто громче прокричит? А потом стена смерти! Да. Это он любит.
to DJ Profit. Air Force. Один из моих любимых треков L+, очень люблю. Ботпорт. Кого ты любишь? Музыку люблю. Молодец, выкрутился. Как это? Мне вообще на самом деле кажется, все время кажется, когда мы с тобой back-to-back играем, то, что происходит какая-то некая борьба. За пульт, ё-моё. Добра со злом каким-то или зла с добром. То есть у меня всегда максимально жесткие, максимально агрессивные треки, под которые просто танцпол рвется в клочья, люди... беснуются, танцуют, а я обратно выпрыгивают потом, добро, из стада. Добро. А ты потом мазню начинаешь, типа, ну успокойтесь, все хорошо, все нормально. Хороший, говорю, плохой нет, полицейский. Да, нет. Слушай, ну на самом деле, друзья, Витя большой, качается, занимается спортом. Я тоже боксер, в общем-то. Но вы знаете, когда он машет руками, собственно, бокс по... порой может и не помочь. Но бывало пару раз, когда я уворачивался от его колотушек. Не хотелось бы, чтобы такой момент повторился и все-таки уколбасило. Ладно, окей. Профит Срогнов. Yeah, back to back. Ребят, еще раз хочу вас пригласить в эту субботу, 24 ноября, в МИУ кафе, где я буду с 2 до 3.30 играть, ну, чуть поспокойнее, наверное, музыку. Сольное выступление, 1.5 часа. Вход бесплатный совершенно. Это будет бейс-вечеринка, где представлены такие саб-жанры бейс-музыки, брейкбит, брейкс, UK Garage, тустеп. В общем-то, я буду представлять именно я в Drum & Bass, поэтому вас жду на свое выступление. В гости вход бесплатный, поэтому мне нужна будет ваша поддержка. Очень приятно. Ну а на следующей неделе, в пятницу, мы рубаем с Витей. Yeah. Gangsters, putting it down right, 'cause we don't allow pranksters. The streets gets worse, but still a brother keeps trying. Kick, 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 kick and strike gangsterism. Be the best.
В этом треке есть одно слово неприличное, ну, если его на русском говорить. На английском-то оно другое значение имеет. И как-то раз мы с Витей играли, и что-то я там ему, да дай мне там, не мешай, либо что-то еще. И как раз начинается вот этот сэмпл, и он и мне озвучивает его по-своему. Я давай ржать, меня на минуту где-то убрало, смех просто. Кирюха, где мясо? Мясо где? Сейчас будет. Один из моих любимых треков от Гидры, Noise of Machine. Yeah. Ребят, большое спасибо, что вы смотрите прямую трансляцию. Много комментариев. О, 400 уже даже больше. Рвете рекорды. Большое количество, конечно же, просмотров. Мне будет очень приятно, если вы будете, конечно, ставить лайки, репосты. Не часто вот такие вот события происходят, в частности, на DFM, разрыв. Да простит меня Ольга Цыпкова. DFM. Мы на самом деле с Витей хотим передать привет Иркутску. Где там сейчас 7 утра ребята встают? Хабаровск, Владивосток, Сахалин. Камчатский там что-то, в общем-то, ребят, с добрым утром. Огромнейший привет всем тем, кого я знаю, кто меня знает, где, в каких я городах выступал. Ну, естественно, огромный привет тем, кто заочно нас знает. И в реальной жизни... Друзья, приезжайте на крупнейшие рейвы. У нас есть один рейв, который собирает огромнейшее количество рейверов, клабберов, любителей
самой разнообразной музыки электронной, танцевальной со всех городов. Это, конечно же, Alpha Future People. В этом году, естественно, также будет наше с Кириллом совместное выступление там. Приезжайте! Там надо быть. Это уникальный фестиваль, уникальный рейв, собирающий более 70 тысяч человек. В общем-то, что ты там кричишь? Я в нам. В общем-то, друзья, по видео вы можете наблюдать вот так вот прям близко, как мы скрупулезно над пультом боремся за ручки, какую крутить частоту туда-сюда, в общем-то. Два профессионала помогают друг другу. Да, именно так. В общем-то, это делается только для качества, для более интересного. Для драйва. Сведения треков. Да. И причем у каждого свое видение, но в любом случае у нас оно получается единое. Ах! Ну, теперь моя очередь сказать «Красавчик!» This is what I live for.
This is where I wanna be. Than music, it's a lifestyle. Either you live it or you don't. I was born for this. Не просто играть с Витей, у него треки немножко неровные, где-то 16, где-то восьмерки, там и, блин. Причем я ему всегда подсказываю, когда надо стартовать, почему? Потому что я все эти сдвиги по квадратуре знаю, но меня не слушает, я сам. Но сейчас, Кирюха, ты превзошел самого себя. Потом послушай запись, это была... Плевать, это был ад. Иди своди отсюда. Ад. Перфекционист, ад. Да, друзья, вот такая вот, собственно, у нас добрая, позитивная битва всегда проходит, поэтому ни в коем случае не думайте, что битва это несет прямой смысл этого слова. Нет. Наоборот. Антоним. В общем-то, еще 20 минут мы с вами... Здесь на DFM Baseline Show Hardcore против Drum and Bass'а. И 30 ноября вы можете всю эту мощь слушать и наблюдать в клубе Station Hall вживую на большом звуке. We're not
Ну, конечно же, куда же мы бы обошлись? Или как бы мы не обошлись? Короче, Noisy the Demon. Классика! Друзья, подготовил один трек, который мне очень нравится. В общем-то, я его хочу поставить и на нем как раз-таки перейти на такое поднаправление. Направление, которое называется хардстайл. Очень мне нравится. Это Армин Ван Бюрен. Бла-бла-бла. Клевый трек. Ну что, погнали. Хардстайл. Ну и обычно на таких моментах под хардстайл очень принято вот хлопать очень сильно вся толпа. Сейчас будет проигрыш. Да, и представляете, несколько тысяч поднятые руки и все хлопают. Это просто чума. В общем-то, 30 ноября, я думаю, Витя будет тоже играть хардстайл. Я вместе с ним буду смешивать это с дабстепом жестким. И, собственно, мы будем все вместе хлопать, и вы нас тем самым поддержите. Ай! DFM. Да, друзья, Baseline Show на DFM, и сегодняшнее число, я думаю, попадет в историю эфиров на DFM, в частности, моих Baseline. Строганов здесь сегодня. Вместе с ним играем Back to Back, хардкор против драм и бейс, но сейчас он представляет целый блок, еще 10 минут, хардстайл.
listening to DJ Prophet. Вот без этого трека никак не обойдется сегодняшний эфир. Вот который сейчас играет? Да, сейчас. Слушай, сейчас у меня все зашкаливает здесь. Все узнали, ну не... Все, кто из 90-х. Ну прям все, да, все, кто из 90-х. Хай-Си, конечно же, его низкий тембр. Да, четко. These are supposed to be the people who are upholding justice. I'm gonna tell you how I feel about you. No bull, no lies, no slacks, just straight back. Fuck police, you get raw anger. Let me put you in touch with that anger. Ребят, в эту субботу, 24 ноября, я буду в МИО, диджей кафе с 2 до 3.30 представлять Drum & Bass полтора часа. Ну, конечно же, буду играть чуть помягче. Мейнстрим, ликвид фанк, дипчик, может быть, зацепим. В общем-то, буду смотреть по атмосфере, по настроению. Вход бесплатный, всех жду. Эй! Есть живые там? Да тут вообще все рвутся, пишут огонь и огниво, круто. Друзья, мы вас приглашаем 30 числа на наш совместный back-to-back. Очень редко мы устраиваем такие шоу с Кириллом, как я и сказал, на Alpha Future People всегда, всегда на мой день рождения, который в конце марта проходит. Ну и вот сейчас, через 10 дней, в субботу 30-го будет на открытии клуба Station. Кстати, многим клаберам клуб Station известен. Это бывшая Вольта, клуб Вольта на Савеловском вокзале, рядом с Савеловским вокзалом. Мне этот клуб Вольта очень сильно нравился. Почему? Потому что, ну, какой-то он был домашний, теплый, приятный. Также рейверы мне говорили, что всем он очень нравится, но все мы ждали, пока там появится новый звук, новый свет, как можно больше ремонта владельцы сделают, но, к сожалению, этого не происходило. И теперь пришли новые владельцы, которые все это сделали. Они полностью отремонтировали клуб,
Они поставили новую мощнейшую саунд-систему, которую мы уже проверили. Очень много световых приборов. Ну, то есть все, заменили полностью охрану, естественно. Даже туалетные комнаты все отремонтировали. Короче, очень круто, нам это очень понравилось. Мы вас всех ждем на нашем совместном выступлении. Да, это будет... ...30 ноября. Я еще хочу добавить то, что очень важный момент в ремонте, в ребрендинге клуба там и так далее, это вытяжка и приточка, то есть свежего воздуха всем хватит. Поэтому, друзья, как раз таки на драм-н-бейсе и хардкоре мы проверим, потому что под эти направления музыки танцы очень активные. В общем-то, Station Hall, берегись и держись, проверка будет, что надо. Так что 30 ноября всех ждем. Наше выступление состоится с 2 до 4 ночи. Также с нами играет Фонарев, Джерика Роуз, Вазерман, The Skull, Step One. Отличная композиция, ремикс, Роберт Майлз, Children. Под завершение эфира, в общем-то, еще где-то 3 минуты, чуть меньше. Друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Ура! Я надеюсь, вы будете также с нами и 30 ноября. В следующую субботу, пятницу, да-да-да. Клуб Station Hall, открытие. Естественно, хочу передать огромнейший привет всем слушателям моим радиошоу «Технополис», которое просуществовало 13 лет на другой радиостанции. К сожалению, сейчас во временном отпуске находится радиошоу «Технополис», но мы придумываем новую некую идею, хотим ее осуществить. Все будет. Огромное всем спасибо за то, что вы были вместе со мной все эти 13 лет. Все будет, ребята, девчонки. До встречи на рейве. Друзья, в общем-то, эфир подходит к завершению, минутка осталась. Я хочу еще раз всех поблагодарить, сказать большое спасибо, пригласить как в эту субботу в клуб МИО, так же и в следующую пятницу на открытие новой площадки Station Hall, Junction Rave. Готовьтесь, готовьтесь ко всему безумию, что мы будем придумывать, делать вместе с вами. Конечно же, это будет и слэм, и Cycle Pit, когда всем танцполом будем бегать по кругу. Что еще? Конечно же, усадим весь танцпол, всевозможные фонарики, ну, огонечки. Earthquake, землетрясение, когда толпа, вот как раз-таки под этот рейд. Left, right. Left, right, да. Весь танцпол влево, вправо. И, конечно же, стена смерти. Нас с вами ожидает. Кирюха, скажи, ты на Alpha Future People, ты где был во время стены смерти? Вот я был по центру моего отряда, взвода, батальона. А ты где был? Я не пошел. Я тебя, я тебя искал. Я махал белым полотенцем. Не видел, что ли? Друзья, всем огромное спасибо всем, кто там был. Это было очень круто. В следующем году увидимся на Alpha Future People. Ну и всем желаю счастья. Со всеми прощаюсь. С вами был я, Виктор Строганов и DJ Profit. Для вас мы играли в эту ночь. До встречи на рейве. Да, друзья, всем спасибо. Пока-пока.
Yes. You're listening to DFM. DFM. Dance Radio.